Я приветствую вас, дамы и господа, други и подруги. Итак, нам на основные сервера залили обнову. И сейчас мы попробуем потасовку. Что же это за потасовка новая? Поехали. Дается нам два крафта на выбор. Мороженщик и гробовщик. Карта новая, многоуровневая. Поехали. Два каких-то минигана фиолетовых. Так, мы на втором этаже находимся. Но миниганы... Это, конечно... А крафты нельзя было другие дела сделать? Кто эти крафты делал? Они сами хоть в это играли? Такое ощущение, как будто, ну, визуально делают. Круто, красиво. А сами на этом не пробуют играть. Как оно будет играться-то вообще? Да, очередное, короче. Ну, вы понимаете. От разрабов. Визуально, да, красиво, эффекты какие-то, это, ну... Само управление и сами крафты для этой потасовки, ну, такое себе. Да. Крафты вообще убогие, машинки вообще убогие. Кто до этого додумался, блядь? Управление, ну... Да. А что мы ожидали от этих разрабов, а? Скажите, пожалуйста, бля. Как ее заносит, а? Еще и на этих, на миниганах. Вообще крутой крафт. Опа, патроны, да? Дамки дали, просветление, ну вообще сейчас, ну все, сейчас затащим. Да. Вот поэтому, да, они не показывали потасовку, показали нам видео какой-то там момент, что о, типа круто, как там это. А сами в нее не играли, чтобы мы вот это вот не увидели вначале и не спросили, да? Что вы сделали, бля? Ё, как ее колбасит? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, блядь, только начинаешь это, уже сзади кто-то стреляет. Ну я убью хоть горящую-то кабину. Ну не сегодня, наверное, да? Да, блядь. Это вообще очередной шедевр от разрабов. Пластик будете фармить? Ну, круто чё. Да, разочаровала меня эта потасовка вообще. На видео смотрелось круто, визуально так. У-у-у, блин. Ну так я и думал, что подождите, сейчас нам эту потасовку на лайв-сервера. И как в нее играть? Ну так и оказалось. Так и оказалось. И утюг еще сделали, да, этому крафту, чтобы утюжил. У нас же, ну как бы, побороли утюгов, да, в красавоте, не? А-а-а, нет, наверное, да? А-а-а, ну понятно, как бы, ну. Прикольная потасовка. Да. Играйте! Ну. Задрочьте. Угу. Да. Чё вы хотели, когда разрабы в это дело сами не играют и не знают, каково в игре? Они только жалобы смотрят, на форумах жалуются, там что-то это, вот и балансят. Вот вам и игра, блядь. По жалобам на форуме. Играйте.
У, я один фраг сделал. Ну, это шедеврально, конечно. Это шедеврально. Ну, вот такая вот потасовка есть. Такие вот визуальные эффекты. Взял ты дрона, капкан, там ракету. Тебя Крафт заносит, как корова на льду, блядь. Еще вооружение такое. Ну вообще, блин, это шедевр. Инженерной мысли, блядь, очередной. По полной программе. Ускоритель. У-у-у. Че это за машинки ездят? Их что, тоже убивать надо? Вот мороженщик, да? Берите мороженщика. Заутюжил и стреляй. Капец, да? Этот Крафт с утюгом, этот нет. Ну, блядь. Они не это, да, не думали, что этот мороженщик будет утюжить. Не? Понятно. Да, стреляешь, стреляешь в Крафт, блядь, кто-то подъезжает, забирает. Да. Еще 3 часа убить не можешь, Крафт. Стреляешь, да? Урон божественный. Я этого не могу убить. Этот в меня стреляет, да? Это вообще, короче, шедевр, блядь. Это шедевр. Что они придумали? Ой, блин. Все, я один раз поиграл, у меня уже все, блин. Всякая охота отпала в это играть. Только и вот из-за этих крафтов, что они сделали. Вообще неудобно играть. А им кажется это круто. Ну вот такая вот потасовочка. Вот это вас и ожидает.